Всем привет! Сегодня следующий день. Хочу показать, как у меня рыба просолилась. Кстати, я оговорилась, не двое суток, а почти сутки. Ну, надо следить за рыбой. Сейчас попробую. Если она готова, значит, уже можно кушать. Солененькая. Уже можно кушать. Так что пускай одна часть пока лежит в рассоле. Я вот так вот переворачивала ночью. Вот так. Чтоб и та сторона просолилась, и эта сторона. А одну часть сейчас будем нарезать. Она очень вкусная, нежная. Я уже попробовала. Немножечко полила растительным маслом, совсем чуть-чуть для аромата. Ну и для вкуса, конечно же, чтобы было еще сочнее. Так что будем готовить еще. А вот вторую половинку буду разбирать попозже и ее складывать в баночку, либо оставлю же в этой же емкости и добавлю сюда тоже подсолнечного масла, чтобы покрывала рыбку. Так она хранится очень хорошо, но надолго она не задерживается, потому что получается вкусной. Все, девчонки, наконец-то среда, время убирать морковку. С картошкой мы справились. Все, теперь будет на очереди морковь. Хочу все выдернуть, пускай подсушится где-то часа 3, а потом уже будем подрезать кончики и зеленушку. Ну, начнем. Убрала урожай на первой грядке. Фу, что-то я так быстро все делала. Сейчас осталась еще одна грядка. Покажу здесь, какая морковка на второй грядке. Я подсаживала. Кто меня давно смотрит, у меня с первого раза морковка не вылезла. То есть вылезла очень-очень редко. И поэтому я подсаживала. Вот там, где я подсаживала, морковь не такая крупная. Но мне нравится урожай. Не крупная, не мелкая, нормальная средняя морковка. Всю мелочь, которая мне не нравится, я, конечно же, буду выбрасывать. Потому что обычно раньше оставляли мелкую, потом возишься, чистишь, чистишь ее. Неудобно. Среднюю и крупную буду оставлять, а мелкую все выбрасывать. Чтобы место не занимало, толку от нее мало. Чистить ее долго, возни много. Поэтому такая вот морковочка. И сейчас пойдет у меня вторая грядка. Я, конечно же, сразу за собой старалась оставлять порядок. Убирала траву. Вот одна кучка, вот вторая кучка. Потом еще я смотрю, уже молодой укроп. Смотрите, вот какой молодой укроп. Вот листья молодого укропа. Надо будет собрать, потому что очень хорошо. И еще раз повторно заморозить. Укропа уходит много. Можно и этим заняться. Фу, отдохнула вроде бы. Поболтала. Погода такая жаркая, теплая. Жаркая, теплая. Нормальная осенняя погода. То, что погода нам дает возможность весь урожай убрать, это, конечно же, хорошо. Ну что, убрала я свеклу еще и морковь вторую грядку. Смотрите, эта грядка меня радует больше. Здесь очень крупная морковь. Очень крупная. Мелкой вообще практически нет. Вообще классная. Сейчас буду подрезать сразу кончики, хвосты, чтобы все высохло под солнышком. Ну и потом будем убирать. Все. Морковку я всю подстригла. Вот такой урожай получился. Не сказать, что много, да, когда траву всю раскидываешь, морковную, то кажется очень много. А так, ведра 3, ну, нам этого хватит. Лишнего тоже не нужно потом выбрасывать. В том году очень много я раздавала, потому что был очень высокий урожай, а в этом году средний. Ну, здесь вот самое крупное и среднее. Мелочь я всю выбросила. Что могу сказать насчет свеклы? Свеклу я убрала. Урожай свеклы у меня маленький, потому что я свеклу сажала только для шубы. В основном делаю шубу. Вот этой одной свеклы хватит на 4 шубы тут даже. Так что свеклу я много не сажала. В том году очень много выбросили. Весной имеется в виду. Так только для шубы, больше ни для чего. Все. Решила я быстренько попить чаек. Что-то я вымоталась, пока я эту морковку со свеклой разбирала. Решила попить чай с лимоном. Лимончика я много не кладу.
О, сахарочку. Кстати, я уже перестала пить чай с сахаром. И вот с лимоном не могу никак, просто чай с лимоном. Обязательно добавляю сахар. Достала детский творожок. Здесь у нас 50 грамм. Айжанка отказывается, ни в какую не хочет. Даже от сладкого творожка, от агуши она отказывается. Но придется есть самой, жалко же, выбрасывать не хочется. Правильно, продукция все-таки жалко. И буду, так сказать, питать свой организм кальцием. Потому что она все еще на груди, поэтому у меня с организма все витамины идут к ней. Надо будет и самой обогащаться, так сказать. Я не любитель творога, вообще не любитель, но это вкусный, конечно же, нежный для деток прям. Я не знаю, чего ей не нравится, ну не хочет и все, не заставишь ведь ребенка. Все равно в перчатках, хоть не в перчатках, видите, ногти грязные. Вот, сейчас гулять пойдем, на улицу пойдем. Я быстренько пропылесосила. Тут Айжанка мне вовсю помогает, видели, да? Пытается мне помочь. Ой, помощница, помощница. Ой, помощница. У нас, кстати, на дереве, точнее, уже опали яблоки. Оказывается, там очень много. Занесла Айжанке яблочко. Вот, она сейчас погрызет немножечко и на улицу гулять пойдем. А так надо собрать. Ну, их собираешь, они быстро очень портятся, поэтому не хочу собирать пока. С каждым разом игрушки все увеличиваются, увеличиваются в количестве, да. Тут, там, то там валяются, то там валяются. Немножко прибиралась. Аппетита так и нет у Айжанки чего-то. Яблоко решила погрызть. Ну, сейчас есть у нас зубики. Да, ведь 6 штук. Так что пускай грызет. Я вот думаю насчет барашка. Опять оставлять его или нет? Пускай остается. Так поет он очень красиво. Мне нравится. Рассказывай, где у тебя полная тележка лягушек? О, офигеть! А сколько штук? Тут 20 есть, да? Вон одна сидит. Ни одна не пострадала. Давай посмотрим, что папа делает. Главное, телефон не уронить. Телефон, а именно здесь. Ты далеко ее не выталкивай. Как сможешь. Да она не тяжелая, здесь малину просто мешает. Так пофиг на малину. Был где-то второй ремень. С двух сторон бы потащили меня... бы. Да зачем? Просто чтобы не перевязывать каждый. Этот малин надо бы отрезать, секатором, что я не помню. Для чего ты это делаешь? Потому что у тебя кольцо не село. Да, стукнуть надо будет. А ты думаешь, стукнешь, пойдет? Импульс не хватает. Ну попробуем что-нибудь сделать. Это у нас место для туалета. А вот такая яма. Но воды нету. Тьфу-тьфу. Здесь сухо все равно с этой стороны. И да? Там внизу были лягушки. Был бы еще кто-нибудь вдвоем. Сейчас бы да. Это два вытащили. Там без проблем бы все сделал сам. А кто? 500 рублей никого вот заплатил. Же нет. Да, чтоб спустили. А смысл? А толку нет. Одно поставили, надо будем сразу отказаться. Да, и не платили бы вообще. Ну, мы спустим. Айжан, нельзя. Просто мне лестницу, видишь, и чтоб не вылазить каждый раз. Помощник мне. Зашли сейчас накормить Айжанку. Съела она 1,5 банки пюрешки мясной с овощами. Сегодня у нас разыгрался аппетит, потому что завтракать она не завтракала, отказалась от кашки, только попила молочко и все. Так что после обеда она хорошо, точнее в обед сейчас хорошо поела. Сейчас собираемся ехать на молочную кухню, забирать продукцию. Видела я тетю Сару и сказала, чтобы она зашла за молочкой, потому что у нас остается лишнее, и хочу как бы и с соседкой поделиться, да, потому что там и кефир, и молоко, все прокиснет, потому что у нас не выпивается, поэтому поделюсь, так сказать, с хорошей нашей соседкой. Она и Жанке дала 100 рублей, сказала купить ей вкусняшку. Ну, что она у меня любит больше всего, это, конечно же, мясные пюрешки, поэтому... Папа косит траву. Последний раз, наверное, уже в этом году. Я иду аккуратно. Так, приехала я с магазина, точнее с молочной кухни. И, как всегда, забежала в магазин. Купила вот такой хлебушек. Стоит 26 рублей. Десяток яиц,
пятерочки. Так, дальше здесь горошек Фрау Марта и майонез. Вот такой вот майонез 400 миллилитров. Махеев с лимонным соком. Один огурчик. Вот. Буду делать сегодня оливье. Здесь у меня получила я в молочной кухне 5 кефира, 6 молока и 3 творога. Я вышла загружать парковку. Вот такая у меня стружка. Позапрошлого года еще осталась, когда баню делали. И, конечно же, морковка. Морковка уже высохла. Все, можно класть на хранение. Буду делать один слой стружки и один слой моркови. И так чередовать в бачок. И все на этом. Все, сложила я. Все как каждый год одно и то же. Одна, вторая, третья. Вот такая у нас старая емкость. Все переложила. Вот так вот хорошо стружечкой сухой. Накрываю крышкой хорошо, потому что вдруг крыса зайдет, вдруг еще что-то. Каждую вот так мы накрываем крышкой и убираем вот так вот в погреб. Стружка еще осталась, так что хорошо. Все, вот эту морковку я оставила, чтобы сейчас кушать, потому что, чтобы каждый раз не лазить. Ну, а это на хранение. Все, они прям забиты. Все замечательно. Поставила отвариваться овощи. Картошку, морковку, яйца сразу помыла, положила. Пускай отвариваются. И будем делать оливьешку. Моя принцесса сегодня вообще мало спала. Схватила банку с горошком. Я, конечно же, баночку помыла, потому что она так и хочет ее погрызть. Зубы чешутся, что ли, Айжана? Сейчас пойдем баньку топить. Тебе мыться нельзя. Я даже забыла, представляете? Нам же вчера только манту сделали. Нам мыться нельзя. Только в воскресенье будем мыться. Вчера, кстати, открыла банку с компотом. Знаете, я перепутала. Я думала, это у нас вишня. А это, оказывается, виноград, который я в этом году закрыла. Вообще суперски вкусный компот. Вот кто не делал из винограда, еще пока сезон, можно купить недорого и закатать вот такие баночки с вкуснющим компотом. Ну что, все? А, аккуратно. Пойдите. Бежим, бежим, бежим. Осталось у нас бензина, и муж решил скосить вот эти сары. Красота! Пойдет. Сразу так хорошо стало вообще. Ну да. Вообще красота стала. Столько травы было. Все так хорошо скосил. Вообще хорошо стало. Сразу видно, что кто смотрел, кто косил. Что еще осталось? Да. Красота такая, смотрите, рябина. Рябины практически нет. Но листья, красота. Красный, желтый. Небо такое.
затопила я печурку. Вот. Такой дымочек идет у нас. А у нас темнеет, и я тут стою, переживаю. Смогут, не смогут вытащить. Два кольца, получается, вытащили. Это для туалета, я уже говорила, да? Там они не сели. И вот сейчас третье кольцо, их всего 5. Два уж как-никак, типа, затолкаем. Сможем вбить до конца. Ну, а вот эти не знаю. Еще одно бы вытащить, и все было бы супер. Ждем. Уже наступила ночь. Баня не горит? Баня не горит? Как не горит? Я же добавила. Подожди. Уйди я сама. Все, мужчины все сделали. Наконец-то. Почти все там. Удлинитель искали. Я салат свой дорезала. Вот такой он получился. Какая игра красок, да? Какой красочный салат. Потом уже, когда будем кушать, майонезом заправлю, сколько нужно. И все, салат готов. Аккуратно, Жанна. Умница, молодец. Упадешь. А я вышла сейчас после баньки. Сейчас будем уже спать ложиться. Всем желаю сладких снов. Да, чтобы все у вас было хорошо. Ой, а я за сегодня так устала. Вроде ничего толком не делала, но так вымоталась вообще сильно. Эй, Жанка тоже вымоталась. Она сегодня мало спала, где-то 1,5 часа от силы, если есть. Очень мало спала. Поэтому увидимся в следующем видео. Пока, пока, пока. Опять маме стекла чистить потом, да? Зеркала. Эй, Жанна, маме зеркала чистить?